лайк ставит. А ты-то лайк поставила? Конечно, поставила. В смысле, что за вопрочки такие? Ребята, а вы лайк поставили? Они поставили, поставили. Так, слушай, Женечка, у нас тут кое-что происходит странное во дворе. И к нам гости, кстати. Мам, там мадам и мадемуазели пришли? Какие мадамы? Нет, посмотри. Тут же нубик, хакер и бог. Вау, бог Майнкрафта. Реально, смотрите, тут хакер, нубик. Короче, дорогие друзья, сразу же вопросик дня. Напишите, кто вы в Майнкрафте. Может, вы нубик, может, вы профессионал, может, вы хакер, а может, вы бог Майнкрафта. Ма, ты кто? Я считаю, что я где-то между нубиком и про. Ма, ну, в принципе, я тоже так считаю. Я, короче, знаете кто? Я не буду говорить, но я стан. Чё ты, да ничего, ты хакер до сих пор, ты еще хакер. Ма, я хакер. Ты между про и хакером. Короче, а вы кто? Друзья, напишите в комментариях реально, кто вы, кем вы себя считаете. Также подписывайтесь на канал, жмякайте лайк, мои еще чё. Да, жмякайте колокольчик обязательно. Да, иначе моя тебе сейчас по колоколу тресну. На тебе. Меня ты за что? В смысле? Мо. А я уже готова. Все, ладно, все, теперь мы, короче, знаете, что у нас сегодня задание? О, подождите, кстати, давай спросим. Что вы хотите? Вообще, зачем вы пришли? Так, ну мне, короче, надо, знаете что, мне надо построить небоскреб. Мон, хочешь небоскреб? Ничего себе, губа, да не дура, не ответит. Про, а ты чё? Я хочу небоскреб для профессиональных игроков. Мон, нифига. Ну, говоришь, как качок. Да. А, хакер, а вам что нужно? Мне нужно построить небоскреб, секретный, чтобы никто не видел, а я видел всех, высоко сижу, далеко вижу. Слушай, по-моему, не все хотят небоскреба, я не удивлюсь, если бог тоже попросит. Бог Майнкрафта, а вы что хотите? Я хочу небоскреб на небесах, лайк если тоже. Все ясно, все понятно. Хочу, поэтому ставлю лайк, ребятушки, тоже. Май, ты туда обязательно попадешь, короче. Ставьте лайк, и вам попадет в рай. Ну, это прекрасно, ребят. Это прекрасно. Все, давайте, Ма, ну что, строим, короче? Так, короче, я возьму... Ну, я раз я между нубиком и про... Да, ты, короче, Ма, берешь тогда нубика и про, а я беру хакера и бога. Все, Ма, слушай, логично, начинаем строить. Погнали. Ма, смотри, какая. О, все. Высота, ну, короче. Высота, ребят, высота у нас высоченная. У нас небоскребы в городе будут, это вообще. Кстати, а у вас в городе есть небоскребы? Ну или хотя бы 10 этажки? Ой, я уже за облаками. Слушай, я наравне с тобой, я не пойму. Наравне, во, все, четненько, давай, Ма, короче, все, делай. Отлично, отлично. Где моя волшебная палочка деревянная? Ну, хочу... Ну-ка, Ма, что такое, Ма, осуждаю. Палочка-спасалочка? А, все, ладно, мне другое послышалось. Че тебе там послышалось? Ребят, лучше... Короче, ладно. Ма, ничего не послышалось, ничего не знаю. На всякий случай осуждаю, короче. Так, все, ставлю. Так, вот так, и вот так. Ма, у тебя получилось? Одна стена готова. Ма, у меня уже две, короче. Ма, ты в натуре нубик, смотри. Ма, ты ну, чё, я... смотри, как надо, вот так, с одного угла сюда, а там внутри надо, чтобы можно было заполнено все было. А, я думала, Ма, ну ты и глупич, конечно. А, ну все, сейчас исправим, это не сложно. Ма, давай исправляй. Все, друзья, я приступаю к хакерскому просто домику. Не, я к богу сразу приступаю. И опачки. Ой, так, меня чуть там не зажало, ну ладно. Ма, тебя сейчас там прищемит, короче. Это домик нубика, может быть, нафиг вообще. Ма, смотри на меня. Наверх постри, бошку задери. Ма, отплю на тебя просто. Я тебе сейчас плюну, я тебе так плюну, все, я тебя сейчас землю закидаю. Ма, пожалуйста, не надо. Так, все, я... Знаешь, как это называется? Похороню. Ма, не надо, пожалуйста, говорить. Так, все, на секс сейчас осуждаем, Ма. Так, все, я ставлю вот так колонки. Смотрите, у нас... Вау. Так, давайте-ка вот так. Так, и спускаемся вниз. Вот это дом падаем, будет. Падаем. Небоскреб бог. Ма, посмотри, какой вообще крутой. Да вижу. Ой, меня чуть... О, я сделал. Ма, не прошло. Вау, какие колонны, да вы шо. Ма, ну это да. Колонны-малонны. Ма, колонны-малонны. Колонны-малонны. Два, три, четыре. Ну, примерно так будет выглядеть домик нашего непревзойденного нуба. Ма, домик нубика. Так, все тут ставим, вот так.
Здесь вот такие колонны. Да. Слушай, какая прекрасно. Красота. Ребят, вам нравится вообще домик бога в Майнкрафте? Мне кажется, домик бога, он такой самый симпатушный. Ну подожди, ты еще не видела домик хакера, он-то будет секретный. А, мне кажется, я знаю, мне кажется, ты сделаешь так, чтобы он, допустим, смог видеть людей, а люди не смогли его видеть, ну, да? Я угадала. Ну, мало же, как бы, знает. Так, ну, о, смотрите, ну как, по-моему... Все думаю, как хакер, понимаете? Так, ну, еще тот хакер, я вам так скажу. Так, ну-ка, здесь та... О, вау, вау. Оп. Что, по-моему, я что-то не так делаю. А, ну поддончик надо, наверное, тоже земельный сделать. Давай, Ма, да. Расковырять обычное. Давай, Ма, там расковыряем. Ма, главное, болячки не ковыряй, это очень важно. Фу, не ковыряйте, ребят, болячки, долго заживать будут. Да. Так, все, здесь вот так. Вау, ну слушайте, друзья, по-моему, круто получается. Ну сказать. У меня почти готов дом. У меня тоже почти готов, смотрите, друзья, вау. Короче, ребят, посмотрите, это похоже на... Ой, я еще одну стену... Ну-ка, сейчас посмотрю. Ма, не похоже, тут 4 блока в высоту, у тебя 3, Ма, ты что, нубик, что ли? 1, 2, 3, а, ну вот, да, 4. И да, 4. И вот здесь, короче, вот это, 4? И вот здесь вот еще внизу, где я сломал, тоже, короче, 4. Обводочку сделай. А я так делала, смотрится как странно. Ма, делай, короче, ничего не знаю, так... Я пока тут делаю вот так. Иначе они нас будут осуждать, короче. Скажут, типа, что вы не так построили. Я думаю, что нубик скажет просто спасибо и с текущей слюной зайдет в домик и будет там жить. Мат, посмотри просто. Дом бога вообще. Мат, просто вообще. Ну, и ты колонны там возвел, я вижу. Мат. Я тут сеном все обкладываю. Если что, я фермер, сено люблю. Если так, кто спросит, вот. Мат, сено, короче, так и говорите. В смысле сена? Нет, я фермер. Ма, ты сена, короче. Фермер. Если кто спросит, скажите ма сена, короче. Сам ты сена! Ма, ты еще то сена. Так, о, ребят, нифига. Давайте сделаем забор. Видишь, что-то нормально смотрится. И дверь там не забудь. Слушайте, ну, домик вообще бога очень зачетный. Так, сейчас, Ма, секундочку. Так, Ма, давай, короче, строишь, Ма, там, нет? Ну, я дверь возвожу, возвела дверь. Вот. Ма, дверь мне запили. Дом нубилы готов. Реально? Нифига. Да, вау, смотрите, друзья. Ма, ты просто посмотри потом, что у меня тут получается. Ма, иди сюда, сразу посмотри. Так я же вижу со стороны, что ты там делаешь. А что Ма... это, кстати, за алмазная сидушка? Это типа трон? Ма, это типа трон. Круто, да? А, понятно. Понятно, все ясно. Да. Во, и здесь... Слушайте, вы потом скажете, у кого домик будет круче. Ну, у меня небоскреб. Конечно же, у бога Майнкрафт. Упро, Ман. Может, ты, кстати, упро. Смотри, у него тут золото, алмазы просто. Ой, я сейчас кое-что еще сделаю. Друзья, вы сейчас просто офигеете. Слушайте, мам, у меня что-то на идее прям проперло, я не знаю. Да, тебя вечно пропирает. Ма, слышишь? Да. Ма, ты что там выступаешь? Так, Ма, все. Кому-то будете сдобровать, короче. В смысле? Слушай, надо же еще им сделать какой-нибудь, типа, как подход к этому делу. Ну, чтобы они зашли туда, они же не будут просто. Какой-нибудь лифт, я не знаю, что-нибудь такое. Ма, ну замутим, короче. Вот, смотрите, друзья, это будет сейчас просто, просто шедеврально. Я не знаю, вы оцените в комментариях, скажете, как кого. Так. Каково. Вот. Или каково, ребят. Слышь, Ма? Ма, зацени! Ну как? Ух, ёлки-палки, ничего тут. Ма, ну что-то как? За штырь такой стоит тут. Ма, ничего, ну крутяк. Все, теперь я строю, короче, домик хакера нашего. А я почти заканчиваю, кстати, домик про. Ма, тебе еще надо обдекоривать, кстати. Обдекоривать? Слушай, а я железную дверь, если поставить, надо же площадку, чтобы она открывалась. Ну или рычаг можно, Ма, можешь рычаг. Я сделаю... Подход, короче, смотри, к дому в любом случае должен быть такой подход. У нуба он будет такой из сена, здесь будет и золото, я поставлю подставочку, так, где он? А, кстати, давай, еще Ма. Же наверху надо сделать заборчик прикольный. Так, все мы сделаем. Давай, Маш, чтобы было, короче, прикольно. Слушай, мне небоскребики вообще нравятся, очень красиво. Ма, ты бы хотела жить в небоскребе? Наверное, все-таки нет. Ма, я бы хотела жить в деревне, я же фермер. Ма, ты деревенская душа. Короче, Ма еще та деревня. Вообще просто.
Чисто. Ребят, люблю. Уши, волосы торчком, короче, все чисто кривое, косое, короче. Ну неправда, ну уши торчком. Ну мало, короче. Смотри, как красивый заборчик, прекрасный. Ма, отстойный, короче. Сейчас получишь за отстойного. Ма, нормально так скажу. Сейчас на панельке, панелька. Ма, ну ма, как бы можно, то матч отправляешься. Платформа. Каменная платформа. Открывает. Шикарно. Так, теперь декорим внутри, ребятушки. Так, строим, отличненько. Ма, зацени просто дом вообще этого. Сейчас, смотрите, друзья, я еще один очень важный элемент внесу, который прям сразу расскажет о том, что это дом хакера. Так, ногочки. Мне кажется, он что-то там поставишь, интересно. Вома, элемент, смотри. Какой? А, ну камера, ну конечно, я так и знала. Мально, это же дом хакера, он должен за всеми наблюдать. Причем, смотрите, со всех сторон просто. У нас здесь, значит, про. Ну что? Май, получается, тоже хакер. У меня в реальной жизни есть тоже дом с камерами. Май, получается, хакер. О, этот подход сделал, смотрите. О, давай сейчас ковры разные еще положим. Ковры? Ну да. Ковры? Серьезно? Ну вот сюда, типа. Ковры? Ну да. Ма, прикрыл. Блин, да. Не помещается стул качается. А, поместился. Блин, не помещается стул качается. Прикольно, да, складно получилось? Блин, не получается. О, во! Во, шикарно. Здесь, короче, будет фиолетовый ковер. Здесь, короче, будет золотой. А здесь коричневый. Ма, смотри, у всех ковры теперь есть. У кого ты там ковер застелил? Ну-ка, где? Желтый коврик постелил? Ну. В смысле? У меня тут панелька лежала, чтобы вход был. Я думаю, вот. Что там за фигня? Все, не трогай, здесь не будет ковра. Все, ма, зацени. Очень красиво, очень. Ну, ты можешь зачекать, кстати. Смотри, я пока сделала у Прошечки. Можешь зачекать. Ну, зайди, да. Посмотри. Ма, не... А Мани, на кармане. Ма, это не та панель, ты чё? Какая панель, в смысле? Вот, нажимную плиту надо ставить, оп, всё. Ты не а это же... тоже работало, не она работает. Работала. Нет, ма, она не работала. Так, все, я сейчас, короче, буду... Ой, подожди, сейчас я модернизирую домик хакера, он будет более батый, короче. Короче, ну, ма, я поставлю тупо стул. Ма, поставь внутри просто туалет и все, короче. А, сортирчик, ребят, точняк. Просто, чтобы он сидел и думал, и думал, и думал, и думал. Ма, что так жестоко-то? Ма, не надо, пожалуйста. Ну ты так. Сам предложил. Все, так, вот, короче, у хакера есть и карточка. Соску я ему поставлю еще. Ну-ка, давайте посмотрим, что там Ма ставит. Блин, прикольно. Я пока еще ничего не поставила, погодь. Все, я сейчас у хакера сейчас буду ставить. Туалет. О. И здесь, короче, знаете, что будет сейчас? О, здесь сейчас вот так еще сделаю. Тут, короче, Ма, ты окошки как сделала из стекла? Да, но у Нуба я не делаю стекла. У Нуба нет окошек вообще, в принципе. Да? Вот туалет нашла. Шикарно. Шикарно по-сикарному. Ма, ты там вот сикарись, Ма. Ты не сикарь, как бы. Такие... Смотри, а знаете, как Ма часто сикарит? Это вообще просто... Чего? Ма часто сикарит, короче. Я просто люблю чаек, ребят. Кто любит чаечек, то все. Ма, кто чай не пьет... Вот именно. Все, кстати, я сделал. Мы тоже сделали. Я тоже сделал. Так, ну-ка. А у бога Майнкрафта, ну, по сути, ничего не надо. Вот просто храм. Ну да, просто храм зашел, полюбовался, да в небушко улетел. Ну да. Ма, зацените. Давай сейчас все заценивать, как у нас получились домики. Ну-ка. Сейчас все, посмотрим. Давай, зацениваем. Ну-ка. Ма, ну слушай, смотри, прикольно. Смотрите, соска, реально, унитаз и два стола. Шикарно. Ему больше ничего не надо. Я так... Так, все, выходим. Слетаем в про. Так, Про сидит, просто восседает на своем троне и думает. Ну да, отлично. Ма, и думает, что ему делать. Так, теперь залетаем в стрик Про. Ма, ну нужна ключ-карта, смотри, так, оп, заходит. И тут, смотри, ну, конечно, просто, смотри, ком, собственно. О, как темно-то, о, компьютер у хакера обязательно, все, выходим. Ну да, и теперь, смотрите, дом бога Майнкрафт. Ма, капец, да, он крутой. Да, ну вот это, конечно, штиль у тебя стоит. Ну, красиво, красиво. Смотрите. Вау, со стороны это так смотрится, они реально в небесах. Ма, очень красиво, реально. Друзья, напишите в комментариях, у кого было... Ну, давай, кстати, спросим, у кого круче. Так, ма, давай идем сюда. Ты где вообще? Я около них уже стою. Около Нубика и Про. Ма, ты где? А, вон ты.
Короче, как вам домики? Нубик, скажи свое слово. Очень прикольно. Мам, нравится. Ну, я знала, что тебе понравится. Про, как тебе? Ну, неплохо, но можно было и лучше. Нет, ты всегда вредничаешь, я тебя знаю. Мистер Хакер, а как вам место? Отличное место, это что нужно, чтобы троллить игроков, ой, дарить радость. Радость, ты мне полные штаны уже радости надарил. Мам, ты реально там задарил радости, мам, они же свисают. А бог Майнкрафт, а вам как? Хо-хо, спасибо, ребятишки, лайк и подписка. Ну все понятно. Тебе понятно? Лайк, подписка, спасибо, ребятишки. Ну-ка, давай мы еще раз посмотрим. Смотри, какие небоскребы. Ма, я думаю, кстати, я их предлагаю какой-нибудь, знаешь, потом перенести в городе оставить вообще. Да, можно их, кстати, скопернуть и перенести куда подальше. Да, друзья, мы, короче, скопернем, перенесем вон куда-нибудь туда. Будут небоскребы. Слушай, мам, очень красиво, не знаю, мне очень нравится. Я просто кинематографично летаю и смотрю. Да, друзья, напишите в комментариях, какой домик вам понравился больше всего. Какой небоскреб, вернее, вам нравится больше всего. Это реально очень интересно. Я, кстати, здесь, и мне понравился вот этот. Ладно, а я вот здесь. Кстати, домик музыка мне тоже нравится. А я здесь, и... Всем, смотри. Давайте, друзья, ставьте лайк. Да, ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и всем поки-поки. Да, все, всем пока-пока. На соску тебе. Давай.